Здравствуйте. И вот приехал купленный нами автомобиль на американском аукционе. Как обычно это бывает, что практически все авто приходят с разряженными аккумуляторами. Сегодня в нашем видео мы хотим вам показать, как снять аккумулятор с Ford Escape 2014 года с атмосферным объемом двигателя 2,5 литра. Первый раз это было немного непросто. Снимаем. Покажем вам, как снимать надо аккумулятор, чтобы не разбирать жабо, не снимать дворники. Мы решили пойти по этому пути. Так, надо снять, надо фишку отстегнуть. Клемку. Давай, вообще, представляете, куда этот аккумулятор всунули? Глубоко. Ой-ой-ой, какой маленький фильтр воздушный. Смотрите, чисто. Хорошо. Что нам покажет фильтр? Да ничего еще, я тебе скажу. Вот туда посмотри, посмотри внутрь. Вроде тоже ничего. Достаточно. Не видно. Достаточно чисто. Только теперь прикол в том, что надо корпус нижний тоже снимать будет. Не. Он приподнимается вверх, ну, хорошо. И вытягивается. Хорошо, пока сюда выложим. Клеммы. Ага, там ключ надо. Сейчас включу. На сколько? На 10? Эту клемму снимем, а вот ту как снять? А вот еще крепление его. Вот эту штуку надо снимать, и оно отгибается сюда. А вон еще крепление. Да, и крепление, да, и два крепления. Снимаем плюсовую клемму. Тоже в солидоле. Да что ж такое? Вот это надо тоже откручивать. Вот эти, думаешь, надо откручивать? Да, вот эта вот штука, она потом сюда ложится. Ты думаешь? Может, вытягивается даже. Думаешь? А, ну чуть-чуть вверх и на себя. Не, она в пазах ходит. Я так думаю, надо фильтр снимать корпус. Нет? А где наша фонарика? Может, ничего не... Это интересно. Сколько ж там еще, блин? Так она что-то не крутится, нифига. А может, она прокручивается? Шпилька прокручивается. А где она там вообще? Ну, это херня, которая его прижимает. Того чувака совсем другой. Так. Парни, смотрите, сняли крышку, да? Чего мы сняли крышку, блин? Блока предохранителей, да. Здесь надо снять вот эту вот клемму. Клемма просто так не снимается. Здесь есть вот такой ограничитель. Стоп. Мы его в сторонку отодвигаем и потом вытягиваем. Клемма вытягивается хорошо. Так, так-то оно вроде бы как все отлично. Но дальше нам мешает вот этот вот корпус воздушного фильтра. Он идет на пуклях. Я его так уже подорвал только что. Попробую вытащить и показать вам. А ну. Не, его равно... Подожди, давай вот эту на место поставим. Все, мы вытащили. Ты не поставишь сейчас на место. О. Поставили на место. Там какой-то... О. Вот, вот такие вот, подержи его. Вот такие вот пукли. Обломали? Ну, не пукли, не. Ну все. Тихо, вот. Нет, чтобы ничего не упало. Нет. Они стоят вот раз, вон два, и вот здесь вот третья. Да, да, он так вытаскивается сейчас. Да, он все третья. И теперь у нас здесь получается
Это убираем. У тебя есть доступ. Так, только аккуратно, блин, с этой хренью. Попробовать, да. А нормально. Сейчас сломаем. Ничего не поломаем, все хорошо. Ну, теперь вытягиваем аккумулятор. А ну-ка. Слава богу. Да, тяну. Ну, что там, придержать? Не надо. Опа, все, вот все, фишка. Все, и давай. Чтоб он не лежал на вот этом блочке. Он не лежит, он стоит на этой самой, на подставке. А эта фишка куда еще уходит какая-то? А, это надо минус снимать сейчас. Да, на ней там куча блочков еще. Это не то? Не, надо сейчас этот рожковый. Сейчас я рожковый возьму. Блин, такая вот байда. Ну, мы не захотели. Можно снимать джебу. Снимаешь дворнички. Вот здесь вот. Снимаешь дворники. Откручиваешь их. Снимаешь это. Ну, посмотрел в интернете у людей, которые снимают дворники. У них потом проблемы что-то там по электронике именно с дворниками. Вот. Ну, это что? Стояла машина, видать, сверху. Натекло масло. Смотрите, блин. Полопалось. Теперь осталось дело вообще там за малым. Где наш малый? Знаете. Все очень неудобно. Шо, не 10? Ни разу не 10? Не 10, 8. Офигеть. Ха, вот это да. Я менял фильтр воздушный салона. Салона. В Nissan Rogue. Так там тоже он в ногах у пассажира там. 9. Капец. Намучился, выгинался как змея. А тут так же само с аккумулятором, я смотрю. Нет, нифига себе. Шо? Может на него попасть не можешь? Да можно, но 10, на 10 не получилось. Давай я попробую. Да не видно, подсветить бы, подсвети, а. Так вот подсветочка. С той стороны. Это маленький. Все-таки 10. Да. Ха. Какой шайтан, а? 10. Да шо. Снять аккумулятор, расплюнуть. Полчаса, блин, работы. Ага, есть десятка. И боязнь что-то сломать. Это точно. И потом еще из-за этой массы попробую подлезть, которая к кузову крепится еще к тому же. Тут пока сняли. Моторчик жалюзи я снял. А, моторчик жалюзи тоже снял, да? Да, рабочий, он там лежит. Где, вот я тут он, был, я да, наверное? Я его положил в жабу. Или, а, вот тут. Да, вот. Сбоку он был. Он управляет жалюзями. Да, ну вот это вот. Такое вот тут у нас. Придется это все убирать. Сейчас будем откручивать. И фара. Думали, у нас одна только фара битая, но как оказалось, и вторая фара под замену. Тут крепление, там дырка. Эх, ну что ж, это так бывает. Ждешь одно, приходит совершенно другое. Что, может я там покручу? Да не, нормально, все уже клеймо. Так там блочки же эти электронные. Там. Не переживай, все снял. Достаем наш любимый американский аккумулятор. А ну, насколько он? Что нам там сегодня на рынке чудак рассказывал? Я все руки покусал. Где? Ну, я не знаю. Мы в Мехико. Насколько? 59-й. Он, так как я и говорил. 590-й, 59-й. Говорит, не может быть объем двигателя 2,5, не может быть 60-й мало, берите 70-й. Да, у них все есть. В общем, попробуем его восстановить. Да вроде целый, не надутый. Ну, фиг его знает, то есть здесь что-то такое. Пробкам есть, смотри, это классно. Да.